да? Шикарно. Всем доброе утро. Вторая разведка по лесу. Опять осинник. И я свое утро тоже начинаю с грибочков. Крепенький, чистый должен быть. Да, смотрите. Просто шикарный. Угу. Класс. Первая семейка опять за сегодня. Они так прячутся. И непосредственно растут под дубом. Вот такая вот красивая семья, которая уже пожирает червячок. Пробуем ее вытащить. Достаточно неплохая семеечка. Возьмем ее, конечно же, с свежих молодых, молоденьких таких вот опяточек классных. Нашли целую полянку дымчатых говорушек. Мы их тоже заберем на засол, потому что это очень вкусный гриб, который можно засолить горячим способом. Будет очень вкусно. Вот такая вот полянка идет. И вот это, по-моему, тут она кончается. Вот, последний грибочек. Полянка штук 10, наверное, отлично. Время 7 утра, солнышко уже встало. Так хорошо в лесу, сразу так солнышко все осветило. И все наши лучшие грибочки сейчас нам будут хорошо видны. Поэтому идем дальше. Птички так периодически поют, так классно в лесу, спокойно, тихо, хорошо. И самое главное, сегодня тепло. Туман уже рассеялся утренний. А мы идем ищем. Уже немножко у нас в корзиночках появилось грибочков. И это уже радует. Вот таких вот много грибочков. Обратите внимание, вот они стоят. Вот такие вот грибы. Найдены нами. Они растут просто полянками в осиннике. Этот гриб называется паутинник. Липкая, склизкая такая шляпа у него. Растет прям кольцами по лесу. Очень много грибников сегодня. Больше, чем грибов, конечно же. Потому что сезон пошел. И везде людей хватает. Но, в принципе, грибы тоже есть. Что не может не радовать. Нет, вы это видите? Посмотрите, что я нашла в старых осинниках. Раз. Идем дальше. Два. Три. И самый большой. Четвертый. Ух, какие крепенькие, классные. Ура! Сейчас будем мы вас срезать. Ну что, попробуем их выкрутить. Посмотреть, что они из себя представляют. Чисто, интересно, или нет. Так. Один. Ах, разваливается. Но шляпка такая чистая, гименофор чистенький. Этот крепенький, прям хорошенький. А ну-ка, иди ко мне. Вау. Староват, конечно, но ничего. Они просто немножко, мне кажется, размокли. Но это тоже очень вкусные грибы. Сковородочку будет классная. Да, староватенькие они, конечно, здесь. Не такие, как хотелось бы, но, возможно, рядышком живут. Достаточно молодые братики и сестрички. Ого, это такой крепкий. Класс. Нога плотная. Вот он, подосиновик. Серая форма. В старых осинках надо смотреть. Вот я зашла в старые осинки и их нашла. Замечательные. Вика там что-то там нашла. Кричит раз, два, три, четыре, пять. А я начинаю вынимать. Иди ко мне, мой пупсик. Так, ямку прикроем. Уф, какой сочный и чистый. Дай-ка залезть за тобой, мой хороший. А ну-ка. Уф, какой. На солнышке пригрелся. Да, Вик, я здесь. Ох. Ну что, проверим давайте на червивость сразу. То, что сразу говорю. Белая форма, вот она, пожалуйста, побитая. Если красноголовики чистые, то эти можно сразу проверять и оставлять в лесу. Да, бессмысленно брать. Этот должен быть чистый, этот помоложе, я думаю. Нет, тоже ножка точеная. О, еще как точеная. Вот так вот, и червячок там еще вместе с ним. Хотя внутри, наверное, может быть... Нет, такой гриб я уже не возьму. Вот так вот. Так что не все хороши. Сыроежки нами были обнаружены.
Я думаю, что они, наверное, будут червивые. Это вообще мокрое. Посмотрим. Думаю, червивая, скорее всего. Ты нет, чистая. Вика, ты берешь сыроежки? Да. Ну вот так ты возьмешь ее. Вот так вот умело прячется. Проверим сейчас. Вика там что-то нашла. Надо идти тоже смотреть. Вау. Класс. Ой, какие классные, смотрите. Два брата. Ну, прям как стучат. Забираем. И еще один красноголовый. Ох, как они стучат крепкие. Вот какой маленький. Иди ко мне в корзиночку, малыш. Свеженький, классный. Да. Хорошенький. Забираем. Тихо-тихо, потихоньку в траве мы находим вот такие вот грибочки. Самый смак. Смотрите, какой белоножковый. А это чтобы других не распугать, я шепчу. Пойдем к Вике посмотрим, что у нее. Покажи. Здесь надо очень внимательно все посмотреть. Такая полянка хорошая. Ху-ху-ху. Какая красивая шляпа. О, какой замечательный, вкручивай. Какая прелесть. Ху-ху. Ой, какая прелесть. Я тебя поздравляю. Ай. Сколько у тебя там уже? Уже набрала, ой, так нормально, да? Грустички. Подосиновиков мало, и они такие трудовые. Искать приходится прям в траве. Грибники просто по головам ходят рядышком. А, это у меня четвертый сегодня. Пока четвертый. Но ничего. Еще только утро. Как же я люблю вот эти моменты, когда ты берешь его, он чистый, начинаешь его чистить, срезать. Вот прям вообще, прям красота. Идем дальше? Идем. Такой вот бомбический кустик медовых осенних опят. Класс. Смотрите, что я нашла. Это просто бомба. А он тут не один. Смотрите, какой чистый, как хрустит. Вот один получается, а там еще малыши. Малыш один останется, а второй пойдет со мной. Вот такой вот. Просто бомба. Классно. Смотрите, какая семейка. Раз, два, три, четыре, пять. Свежачок. Прям такие спички классные. А как вам эти крепыши? Рядышком, тут не отходя от того места. Сросшиеся. Чистейшие. Смотрите, какая прелесть пряталась. В мху, в травке. Так и просится ко мне. Бочонок шикарен, просто шикарен. Класс. Зайка вот попался. Не знаю, видно вам или нет. Наверное, видно будет плохо. Зайка, вон там побежал, далеко-далеко. Не видно. Сидит серенький такой классный. Вон, травку жует, веточки. Зайка. Ну, прикольный вообще. Ах, плохо видно. На все вроде увеличила, но плохо. Ну такой классненький, он побежал, побежал. Милашка. Вика позвала меня заснять вот такие вот подосиновики, альбиносы. Красота прям вообще. Ух, прям я не могу. Классные. Заходила в чащу леса. Там темновато, сыро, и ничего не попалось. Думаю, выйду обратно на дорожку, мало ли, проверю еще по дорожке на опушке. Выхожу такая тут. Оба.
Какой мужчина встречает меня тут, смотрите. Хо-хо-хо. Просто богатырь чистейший. Вкуснятина. Все, пойдет со мной. И еще рядышком на опушке. Какой красавец. Свежий, чистый. Подосиновик белой формы. Серый, точнее. Он прям с листиком. Красавец. Еще один красавец. Такой классный, прям тоже рядышком. Суперский. И еще один малыш. Полезай в мой кузовок. Ну, какая ножка длинная. Чистенький. Смотрите, какой он шикарнейший. Так, этот идет со мной. Так, разворачиваемся, идем обратно. Кладем сюда. И смотрите. Вот это он огромный, просто огромный. Это нога. Смотрите, просто шикарный. С одного места. Сейчас скажу сколько. Так, что-то обломался. Это третий. Это четвертый. И здесь рядышком в ежевике прячется. Еще малыш пятый. Вот такие вот малыши. Обалденные. 5 штук с одного места. Вот так вот. Прелесть. Еще один малыш-карандаш, который никто не заметил, а я нашла. Какой длинный. Хо-хо. Смотрите. Вот тебе и карандашик. Вот так вот. Еще один такой светлый на солнышке. Красавец. Узач. Шикарный. Вообще, картина такая, такой мох красивый. В листочках спрятался. Красавец. Свежий-свежий. Еще один богатырь. Ой, ну классный. Чистый. Следующий у нас вот такие вот опята. Кустик из 3 штук. Попробуем его выдрать. Такие достаточно крепкие. Но они сочные, шикарные, конечно. Ой, пахнут обалденно. Грибники атакуют, но мы в тишине собираем быстренько и прячем. Пока никого нет. Какой красивый, замечательный. Здесь рядышком совершенно. Вот еще один. Хотя вот грибники идут перед нами, и все равно никто не замечает. Вот они. Ждут своего грибника. Свеженький, молоденький, крепенький. И длинноногий. Угу. Еще один крепыш. Еще один за веточкой. Какие большие. Чистяк. Отличный. Еще один стоит на солнышке, припекся. Свежачок. Крепкий такой. Загорает стоит. Вкусняшка.
попросили. Боже мой, сейчас достанем. Вот такой классный. Немножко у меня по-любому будет длинная-длинная. Интересно, он тут сородичей своих не оставил. Вообще класс. Мы двигаемся уже к выходу и просматриваем уже овраги, на которых можно встретить вот таких вот друзей. И еще попались. Смотрите, вот не видно отсюда. Вот идут. И вот тут, вот тут, вот тут. И вот такая вот семейка. Прям молоденькие. Проклюнулись черноголовики. Медовые опята. Какой крепыш, смотрите, напоследок тут на дорожку нам вместе с опятами. Бомбовский грибочек. В баночку. Самое то. Вышли на парковку. Ну, в общем, вот наш результат сегодняшний. Сегодня, то есть мы времени потратили на сбор с 6 утра, можно сказать. Геолокацию мы не меняли. То есть этот сбор был в одном месте. Поэтому вот такие вот результаты. Считаю, день прошел плодотворно.